Референдум – это совместное обсуждение вопросов, касающихся судьбы страны, считает молодежь Приуралья. Представители молодого поколения отметили важность этого события и призвали сверстников проявить активную гражданскую позицию. О создании регионального молодежного штаба в поддержку референдума рассказали сегодня на брифинге региональной службы коммуникаций. Повышение доверия к парламенту, совершенствование методов защиты прав граждан и многое другое. Ряд изменений в Конституции – это большой шаг к становлению нового Казахстана. В этой связи молодежь Приуралья начала подготовку к референдуму. В настоящее время активная молодежь входит в состав городского штаба по поддержке всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан в городе Уральске и ведет активную работу с молодежью нашего города и со всеми вузами, чтобы разъяснить смысл и положение конституционных поправок, донести, какое влияние они способны оказать на дальнейшее развитие Казахстана. Конституционная реформа нацелена на широкое вовлечение граждан в управление страной. В этом направлении закон о выборах претерпит некоторые изменения. Это позволит в полной мере сохранить права всех граждан, защитить интересы избирателей, отметили спикеры. Изменение 33 из 99 статей Конституции страны – это действительно большая работа. Главная тема – создание справедливого Казахстана, в частности, равенство всех граждан перед законом, равные возможности для всех граждан страны, недопущение монополий. Понятие «гражданское общество», «правовое государство» мы часто выражаем устно, не понимая его самого главного значения. И совсем другое дело, что это четко отражено в Конституции, а значит, систематизировано. Конечно, мы с нетерпением ждем референдума, чтобы все это было реализовано голосами народа, решением самого народа. Молодежь является движущей силой общества, поэтому важно принять активное участие в одном из главных событий в жизни страны. Альбина Кумаргалиева, Алтынбек Тынышкалиев, Аида Цагидулла, телеканал Ак-Жайык.